Я приехала к Владимирской церкви, к этой самой необычной, которую я, в принципе, видела в России. Одну из необычных. Хорошо, ладно. Я в прошлый раз не была внутри. Ну, я как-то, знаете, везде, где я была, я не всегда... В большинстве случаев я не захожу внутрь церкви. Не знаю, почему. Ну, не всегда есть на это настрой. Но сегодня я зайду. Честная пионерская. В общем, пошли смотреть. Летом мы ее еще не видели. Просто не припаркуешься сегодня. Смотрите, сколько машин. Наставление на всякое дело благое, я к милости человеколюбец Бог.
Венчание в процессе экскурсии. Все поставлено на поток. В прошлый раз, когда я приезжала, было 8, промолвская 8, народ практически не было. Лето вот такие вот делишки. Ладно, все. Иду к машине, еду в сторону дома. Церковь очень отличная. Ну, вот так вот чудесно погуляли. Видите, посмотрели и служение чуть-чуть чужого венчания. И вообще церковь посмотрели. Церковь красивая, церковь очень красивая, очень необычная. История у нее тоже своя. Ну, в общем, не буду вас грузить этой информацией. Кому интересно, Google всем поможет. Все, всем пока-пока!